работают здесь у нас. Милана здесь гуляет, эти делают с Валерой собаки. Я иду в сарай. О, я тут иду из сарая, у них тут что? Целый дом. И это все собаки. Да не меня грызи, иди туда. Стёва, бабака. Мам. Всё? Мам, а ты знала, что Дина умеет одновременно... Иди туда, кузькой. Всё, она на меня Да, ели с коровкой. Давай выныривать. Стой, стой. Опля. Всё. Всё. Нет, 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 хватит. Хватит. Ребята, рассыпайте комбикорм. Ах вы, ребята. Мечется, мечется, не наелась. Не наелась. Давай, в комбикорм тыркайся. Молодец. Там ведро с комбикормом. Молодец. Давай, давай, догоняйся. Волнуется, волнуется, ей хочется. Двойняшки, ты вылез за молоком тоже? Нет, еще не вечер, ты же видишь? Давай, няшу посмотрим. Вот эти у меня до сих пор сидят в сарае. Вот эти вот коняшки. То уже надоело, надоело. Ну, никак надоело. Думаю, хватит, 4 месяца. Смотрите. Все, думаю, выгоню на улицу ко всем туда в стадо. Но ведь там они у меня не будут получать в достатке ни зерна, молока тем более. Все, уже не будем. Хотя можно снять молока, да уже можно. 4 месяца. Вот так. Пошла по хозяйке. Ну, раз уж она у нас такой экземпляр, необычный, крупный, то уж хочется как-то, не знаю, ну и пускай она растет, пока растет. Потому что как с молока снимаешь, и все. Как бы они немного, кажется так, что останавливаются в развитии первое время, пока они начнут. Ну, а прям вообще как будто откусит полруки. Пока они начнут так в полную... силу есть, потому что пока будет стресс, пока они привыкнут, пока они там поорут, это же вообще, пока они просто с козами привыкнут, потом нужно выходить гулять, опять стресс. Нет, ну это, конечно, все длится не неделями, это все у нас происходит вообще, ну вот это сожрет, вот это загрызет и сожрет. Я почему тяну, потому что эти две, ну прям, ну малышки, ну малышки. Вот из-за них пока и тянем. Ну, что выросло, то выросло. Нужно было вливать раньше, на первых месяцах. Нужно было вливать раньше, на первых месяцах. А теперь уже все. Теперь уже они растут медленно. Тут вливай, не вливай, и уже... Молоко нужно было пить раньше. Одна это... Видно, кто пил. Ой.
Если бы ее одну бы кидануть бы туда ко взрослым, и а этих оставить, если только такой вариант. Но одну я ее не хочу, потому что это она здесь боевая. На самом деле она дикая. Туда ее сейчас кинешь, и ей будет там грустно одной, скучно, страшно. Здесь они прижмутся, хоть они втроем там в кучку сожмутся-то. А это, представляете, одна, с ней никто не дружится. Ей там будет само. Ноги на плечи, смотри. Смотри, что вытворяет. Ее, если так вот выровнять вверх, она будет выше меня. Вот такая вот настырная, наглая, требовательная коза. И это хорошо, когда, понимаете, когда животное жоркое, вот такое вот. Ей, видите, есть, ей мало. Когда животное жоркое, она прям зубами вот откусит. Вот дай ей, она откусит. Она не сосет, а грызет, потому что сосет-то. Мы же из чашечки ели. Это хорошо. Это хорошо, когда животное жоркое. А эти размазнюшки две. А та альпунька, покажи альпуньку. Та вообще, ее все затолкают, запинают, не поела. Ну и ладно, ну и отошла в сторонку. Она такая. А это у нас. А потом будем производить, потому что потом будем производить отбраковку коз, потому что нужно. Ай, мухи. Сейчас мне-то браковать нечего, у меня есть 8 коз. Из них отбракуешь больше половины, если оставить там 2-3 козы и все козы. Нужно сначала вырастить что-то достойное, а потом уже... У тебя вокруг того глаза ободочек коричневый. Ага, вокруг этого нет, а вокруг того глаза прям вокруг вот такой коричневый, а здесь нет. А? Только сейчас я заметила. Няш, я тебя еще даже и не рассмотрела. Я здесь сарай-то, и рассмотреть я не могу. А там на воле она уже будет. Все уже, в общем, то соберусь, прям все перевожу, все. Хватит. А потом, ну нет, ну пускай они здесь посидят. Потом опять, нет, все, пойду. А потом опять что-то не знаю. Ну, травы-то есть, мы можем и в сарае сидеть. Сейчас решусь. И выгоню их на улицу, да? Что, ты меня грызть здесь будешь? Смотри, не укуси меня за лицо. Здесь погрызть ты хочешь? Ах ты, коза какая. Бодается. Он бодается еще, прям бычится вот так вот лбом своим, да? Пошла здесь телефон погрызть. Ну все, ладно, я ухожу. Все. Все, нях, все, я ухожу. Я ухожу, няха. Сюда, сюда пошла. Не там погрызть, поесть, так здесь, видите? Видите, крупняцкая какая, няха. Все время, у него все время одно на уме, лишь бы есть, да? И это хорошо. Все, хватит болтать, пошла. Здесь эти вылезли, здесь эти двойняшки вылезли, а? Козлы, козлы. А этим еще 2 месяца. Эти еще малышки. Малыши, вы еще малыши. Ну что, на прощание побегаем, да, и я пойду домой. Не домой, мне сейчас нужно сделать кое-какие дела и бежать с козами, как всегда. Му. Самую Лексу поборол. Дэнни здесь опять ковыряется. Поборол собаку? Сдаем, су! Сдаем. Эй, пузик, чеши. Корова. Не знаю, за что укусить. Корова. Не знаю, за что укусить. Мам, а почему ты Лексу коровой называешь? Она большая. Она большая, и как растопырится вот так вот пузик ей чесать.
Вот тут пузики ей чесать, как растопырится. Но не все собаки любят пузики чесать. А вот она любит. Угу. Все любят, говорю, я и сказала. Ты говорю, не все. Нет, я сказала все, папа домик доделает. А, Тёма, корова? Делаем, Тёма, делаем, корова. Никак не доделаем. Прибалдела уже. И сколько у вас такая процедура будет длиться? Хорошо. Как? Хороший вопрос. Пока не надоест. Ей. Все. Все, Лекса, зря, да? Давай, Эля с птичками разговаривает. Это не... Это Джека. Ну-ка, посвисти. Как ты разговариваешь? Там, и там. Услышь? Вот поговорили, видишь, как у вас получается. У нас Рафаэля всегда выходит в перчатках гулять. Скажи, зачем ты в перчатках гуляешь? Что это значит? Чтобы не поцарапаться. А, оружие, оружием своим? Смотри, что мне вот это оружие сделало. Почему? А зачем ты их тогда выкинете, палки? Нет. А, для этого у тебя есть защитные перчатки, да? Я ой, ним... смотри, тихо. Как кричат-то. Ответил тебе. Гуляем, гуляем. Тут Рафаэль говорит, вон кто-то маску бросит. Молодцы, побыли на природе возле речки, нагадили, попользовались тут ресурсами, полюбовались, рыбку поймали и пошли. И как будто так и надо. Но это все потому, что Путин виноват. Больше некому, по-любому, да? Иначе бы они не свинячили. А я не свинячу. Нет, конечно, чё ж. Я тут убираю. Давай, палки. Ладно. Тут муравейники бракованные. Ну-ка, Рафаэля, позови их, давай посмотрим. Они просто меня не слушают, а его, смотря... Ребята! Ну, что это такое, твою команду вообще не слушаю? Ну-ка, кричи еще. Ребята! Нет, не послушали. Глянь! Ребята! Не кричи на всю деревню. Да, так быстрее, наверное, получится, да? Вот так, сейчас он им покажет, как надо слушаться. С палками, с кнутами все-таки как-то надежней. О, послушались, Рафаэля, смотри, как они тебя послушались. Ты позвал, видишь, они как прибежали потом. Потом, когда ты помахал палками. Иди помыл, иди. Не поймешь, что происходит. А там мойка торчит. Точно. Может, его еще? А его еще сделали, да? Чего? Вдалеке мостик. Он разве такой длинный был? Да. А я думаю, там еще что-то подделали. Вам не видно? Не покажу там в кустах. Нет. Мостик, с которого купаются, рыбачат. А! Вон свежие доски. Немножко. Да, свежие доски, да?
Там немножко продлили по-любому. Да, потому что он так не торчал далеко. Мам, покажешь, какой я скалолаз? О, а мы еще не видели. Мам, покажешь, какой я тут скалолаз? Давай, скалолаз. Аж пыль вся в меня летит из-под копыт. И какой я тут спускаться. Ага. Ага. Тихо. Скандинавская беготня с палками. Я тут получили по ушам. Вот так вот вам. Ешь, ешь. Давай. Опа, один валяется, остальные все в рассыпную. Это эксперимент номер раз. Все, все, хватит бегать, не надо. Не надо, а то ты пугаешь и не даешь им есть. Ну-ка, где тут? Да, конечно, увеличили, вон свежие доски. Да, вон он, кто-то еще подстроил его, этот мостик, потому что он был там совсем коротенький. Рафаэля, мне смотрите, что принес я. Охотился и принес. Зачем она тебе? Не знаю. Она... Не трогай, мама! Сейчас она оттолкнется и прыг с задними ногами. Сиди. Он ее не убил, она живая. Она просто висит на этой, на палочке. А карачка лягушачьи. Они плавать умеют? Конечно. А если вас их сбросить, то тоже? Ну, они в речках вообще-то живут. То есть они под водой умеют дышать? Я думаю, что... А если их ее бросить, то она не глубоко утонет? Да, она не утонет. То есть она будет сразу висит такая... Как будто дохлый, а? О, интересно. Человеку. Лети! Пэм! В кусты забросил. Не долетела. Не долетела. Ребята! Чего голову поднимают и все? Да вообще, что такое? Ребята! Ладно. Ладно, не надо, мы сейчас туда подойдем, не надо, пускай. Можно не туда? Ну все, теперь слушаются его. Я тут хозяин. Да. Это мы домой бежим. Нет, куда-то пошли в другую сторону. Тушу. Буду тушить мяско козлика. Вкусно пахнет, обалдеть. Добавила лучок, чесночок. Сейчас это обжарится. Я залью это водичкой. Это будет тушиться 1,5 часа. Я убегаю с козами. Прибегу и буду доделывать. О, какой запах, спрашивают люди. Не воняет ли козлиное мясо? Какое оно? Замечательное. Замечательно, но я не знаю, просто бывают иногда сами животные вонючие такие, противные такие, гадкие. Ну, естественно, мясо, наверное, будет такое уж мерзкое. Бывает, наверное, не спорю. Но у меня у коз вообще нет запаха. У меня палки такого. Палок мы можем нарвать. Рафаэль не хочет со мной идти с козами. Они разбегаются, такие они. Травы мало, они глаза свои выставят и бегут в разные места. Добавила водички, конечно, сейчас убавлю огонь. Мне воды целую бутылку. Идите, пейте, все работали целый день, все заняты. Я тоже работаю. Я и говорю, и ты работал. Крышкой сейчас, конечно, закрою, все, и ухожу. Вот такая у нас жизнь. Вот так мы делаем свои дела. Что-то сделаем, бежим. Опять что-то делаем, опять бежим. И вот так вот у нас